Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем родить игру по названию Vigil. Vigil. Не суть. Короче, мы одолели стражи, мы попали в мир. Что она тут забыла? Нормально сюда не ходят. О, я по-твоему... А я по-твоему кто? Да помолчи ты, дебил. Эй, какого это ты назвал дебилом? Разве ты откликнулся, значит согласен, дебил. Мелочка, вижу, вы замечать... Замешательцы. Я тоже вечно в замешательстве, когда рядом Томас. Эх, дорогуша, похоже, тебе до смерти напугала рожа Очо. Тебе бы отойти от этакого потрясения. Отправляйся-ка в город. Голова раскалывается. Ты в порядке? Откуда ты здесь взялась? Город далеко, а здесь небезопасно. Ничего не помню. Я тоже потерял память, когда в прошлый раз пнул Очо под зад. Не вижу логики. Пнул меня, а пострадал ты. Как такое вообще может быть? Да захлопни ты уже пасть. А тебе, дорогуша, стоит сходить в лечебницу Майки. К доктору. Он парень хороший. Мигом вылечит. Окей. Здрасте. О, это тоже с топорами. Да, ребят, топор идеальная вещь. Пока что. Так, кто-то раскидывается бочками. Так, это, походу, призраки какие-то. Короче, я понял, туда пока что не попасть. Ладненько, новый уровень. Давайте нахождение предметов будем прокачивать. Так, там ничего. Вот, он меня тоже, смотрю, достает. Нихера себе. А он очень живучий. Ну, за него сдают по 133. Так, горючая смесь. Сохранить, подтвердить. Ну да, я на самом деле думал, что игра будет немного поменьше. Дельный какой-то, да, участок. Блять, ладно. Я сейчас как раз проверю насчет телепортов. Ля. Оказывается, нет, ребят, это еще не все. Голова-то рваная и проклята безжалостным демоном, а затем возвращенная к жизни жуткими. А стоп, мы же тут были.
Это ж наш мир. Стоп. Это та же локо, где мы вообще были. Ладненько, давайте я вернусь туда, где я был. Сразу видно, что враги стали намного сильнее. А чел молодец. Лучше вот так убью. Не, враги слишком сильные стали какие-то. Очень сильные. Главное не спешить, потому что я не знаю, чего ожидать. Окей. Нельзя открыть с этой стороны. Мы как будто в том же мире, но он немного изменен. Типа, либо это прошлое, либо это будущее. Так, портрет Четы Чандлер. Доброта супругов Чандр известна каждому. И щедрые пожертвованные помогли многим детишек. Ага. Найс. Все по новой. Не, оказывается, когда очень высокая... Очень высоко она не достает. Mm-hmm.
он, ну, жесткий. Мне нечего сказать. Так, железные стрелы. Камешки. Да, что-то еще и паркурчик. Мяч. Обычный мяч. Дети часто с такими играют. Так, подожди, тут что-то есть? Но это видно, пока что это не все очень заброшено. Давно не видались. Что тебя привело? Собираешься изучать чуму? Да нет, я же не врач. Так, навожу справки. Странно, я слышал, ты вернулась именно из-за чумы. В любом случае, тебе лучше отправиться в город, может, как-то иначе поможешь. Однажды я был в охваченной чумой деревне в самый разгар эпидемии. Улицы были завалены гниющими трупами, а вонь, богиня, вонь была просто кошмарная. Однажды я был в охваченной чумой, так это было. Да нет, все еще богини поклоняются. Давайте начнем тогда все по очереди. Нет, ребятки, все-таки здесь все поменялось. Атлас. Застава у ворот существует уже много лет, а мы гордимся службой здесь. Но свое последнее время просто ужасное. Правда? С виду вроде бы неплохо. История ордена дозорных куда древнее нашей, правда же? Застава у ворот существует много лет, а мы родились службой здесь. Так, это было все. Замок. Я не понимаю, что произошло. Типа меня... Я прошел испытание, потом меня оглушили. А потом... Все, я ничего не помню. Песел. Знаешь историю о заставе ворот? Мне в детстве кто-то рассказывал, будто за заставе обитали призрак. Давным-давно пьяный страж упал с башни и расшибся насмерть. С тех пор его дух не может покинуть это место и при любой встрече вопрошает, где мой шлем. Но соль в том, что шлем он потерял вместе с головой. Именно из-за подобных историй мне не захотелось стать стражем. Люблю такую. Правда, я уже не помню, кто мне рассказал о том. Может, Винтер? История и правда страшная. А что тебе известно о чуме? История про чуму не припомню. Видно, они все-таки страшные. Очень странное место. Очень-очень странное место. Ядовитые иглы, отравленные серебряные иглы за один залп. И снова здравствуй. Железные заостренные штыри соединены по 4 и направлены в разные стороны, замедленно продвижены врагам. Горькое лекарство. Это напиток, приготовленный из дикорастущих трав. Собранный в этих землях обладает свойством
предотвращать и лечить оглушение. Снадобье из лекарства, трав и укусов серебра используют его как противоядие. Стоит всего иметь при себе в путешествии. Ну, давайте я возьму 4 штуки. Ну, пускай на складе будет на всякий случай. Так, окей. Что туда еще можно закинуть? Давайте руку. Хотя нет. Снаряжение, подожди. Инвентарь. Склад. Вечный цветок. Камень чистой воды и превосходной медной оправе. Кажется, будто он попал сюда из другого мира. А он так и сюда и попал из другого мира. Так, сохранить. Окей, все-таки жрецы именно такие меня помнят. Но почему так место изменилось? Ого. Это место очень сильно изменилось. Бомбы. Эти боеприпасы, пропитанные особыми химическими, обладают огромной взрывной силой. Маска напоминает морду совы. А у меня же такая же, да? Да, у меня такая же. Золотой меч. Богатство, слава, величие. Все это станет лишь пылью на могиле умершей цивилизации. Золотой шлем. Нихера, 70 тысяч! Золотой охотничий меч. Охотничий лук, изготовленный из чистого золота, но все цели достойны его стрел. А это лук такой? Нихера себе. Золотой молот. Все говорит о мощи и неотвержимости кары. В мире изготовлены только их подделок. Что же никто не сможет определить, где настоящее. Роскошный шлем, изготовленный из чистого золота. Золото, золото, золото. процентов получить деньги. Манать. Я бы молот купил. А, только на 2 увеличится. У меня таких 4. Здравствуй. Дозор просим. Так, это было. Подожди. Почему город? Я не понимаю, город изменился в плюс или в минус? Я уже все равно 3 куска потратил на это. Почему бы и нет? Вот скажите. Дверь заперта. Дейзи, Лейла, в этот раз братья не соврали. Это и вправду ты. Это я, Дейзи. Ты меня не узнаешь? Дейзи?
Только гляни меня, я уже не ребенок, я сама настоящая леди. Наши братья-дикари сказали, что встретили дозорную за городом. Значит, это ты была. Это ты в порядке? Эй, ты в порядке? Куда направилась профессор? Братья сказали, ты выглядела расстроенной, я все время в городе никуда не могу ехать, пока Так, лютая чума. До сих пор не могу поверить, что это ты, но мне надо возвращаться к работе. Я буду в лечебнице вместе с доктором. Дрю, любезный, я много дней не ел. Не дашь мне другую на пропитание? А, вот и ты. На, поешь. Ты такая добрая, вовсе не как девушки из приюта. Девушки из приюта? Ты имеешь в виду лечебницу? Она пришла из города и принесла мне поесть. Не могу вспомнить ее имя, но она была добрая. Думаю, раньше я ее не встречал, но точно не скажу. Я не очень хорошо себя чувствую. Надо бы вернуться в лечебницу за лекарством, но там слишком много больных. Лечебница. Очень странный мир. Короче, как я понял, мы отправились в будущее. Лейла, я рассказала о тебе. Давно ты не заглядывал домой. Когда ты вернулся, она улыбалась впервые с начала чумы эпидемии. Расскажите мне, чумик, что происходит? 20 лет назад наводнение уничтожило весь порт, и теперь затопление земли кишат жуткими существами, поднявшимися с глубин. Кто знает, возможно, именно они принесли чуму. Долгая ночь заканчивается, на смену ей приходит свет. Молю и умой меня своим сияющим солнцем. Удалось что-нибудь узнать? А что вот это? Я уже все просрал? Натуре. Бля. Оказывается, все просрал. Ну видите, оказывается, здесь есть задания, которые можно выполнить, а какие-то можно просрать. Нордал. Я так устал. Дейзи очень добра, она заботится обо мне. Я без нее не справился. Рада тебя видеть, Лейла. Аврора мне написала, говорит, у нее дома есть лекарства, нам их сильно не хватает. Но я не могу сейчас уйти. Можешь мне помочь и принести их, пожалуйста? Конечно, я принесу. Они могут вылечить чуму? Не знаю точно. Если хочешь узнать больше, спроси доктора. Он занимается исследованием на втором этаже. Изабелла, ты в порядке? Я заболела, Дейзи ухаживает за мной. Но откуда ты знаешь, как меня зовут? Мы встречались за городом, ты не помнишь? За городом? Звучит как в сказке. Если я поправлюсь, папа вернется. Хочу снова гулять и собирать цветы. Короче, я понял, что я попростирал много всего. Кахол, на меня сейчас вырвет. Раньше я никогда не жаловалась на здоровье, но в последнее время вечно болею, возраст сказывается. А теперь все беспокойтесь, зачем мы?
Дом художника. Хью. Разбираешься ли ты в искусстве? С его помощью в наше порочение жизни входит красота. Я создал много шедевров, но 7 моих картин пропали. Когда я путешествовал, поможешь их найти? Да. Я хотел бы поблагодарить от имени богини искусства, но смертные не имеют права говорить за богов. Поэтому спасибо тебе от меня. Кто-то пытался здесь повисеть, как я вижу, по веревке. Расход выносливости. Трудно понять, зачем кому-то пришло в голову изготовить кольцо в форме руки. Резьба выполнена так искусно, что ему можно использовать в качестве автоматического пособия. Портрет леди Китнес. Из-под пера леди Китнеса вышли 32 произведения в прозе и стихах, обеспечивая ей репутацию одной из величайшей писательницы. Понимаете, дело в том, что я не знал, что вот так все произойдет. Я думал, типа, я потом вернусь, знаете, все сделаю как надо. Оказывается, нихера. Таверна. Давайте посмотрим, как таверна изменилась. Замечу, что нас с вами вообще никто не помнит. Ким. Слышал, что случилось в шахте. Люди говорят, что был несчастный случай. На что-то я сомневаюсь. Почему? По слухам, некоторые шахтеры превратились в монстров. Великая богиня, кто-нибудь выжил? Откуда мне знать? Постой, ты что, хочешь туда пойти? Шахта далеко отсюда, ее будет трудно найти без проводника. Не рискуй жизнью понапрасно, лучше сядь, отдохни, расслабься. Из-за мусора почти давно не отправляюсь. У меня особо есть письмо. Однажды оно может пролить свет на то, что здесь происходит. Далеко ли уплывает это письмо, если бросить его в море? Доберется до другого берега? Думаю, вряд ли. Но все равно хочется в это верить. Можешь помочь? Из города мне сейчас хода нет. Так, Брэлис, я все сделаю. Большое спасибо. Брось письмо из убежища в затопленных землях. Это нетрудно. Шифер. Ого-го. Эй, красотка, садись за столик, пожалуйста. Я шифер. Богаче меня. Богаче меня в Майне никого нет. Я люблю драгоценности и дорогое вино. В этих местах у меня есть шахты и пивоварна. Я сделал себе сам. Вот как. Слышал, на шахте какая-то беда случилась. Пару шахтеров я потеряю, но ничего страшного. Не удивлюсь, если чума там и началась. Из-за чертовой дыры. И никакой вылезти не может. Надеюсь, зараженные шахтеры там и сдохнут. Нам спокойнее будет. Эй, милашка, куда же ты? Посиди со мной, я куплю тебе все, что захочешь. У меня полно денег. Кого я вижу? Когда мы встретились в последний раз, ты была совсем крохой. Мы же недавно виделись. О чем ты говоришь? Как ты уехала? Годы прошли. Хороших клиентов мне осталось только плохие. Почему бедняки такие жутковаты. Хочешь облачного сидра? А, нет, не хочу. Заходи еще. Ага.
Ага, можно использовать для украшения комнаты. Бёрн. Никогда бы не стала работать на корабле, если бы не нуждался в деньгах. Маджор. Панцета влечебница все больше, доктор уже не справляется в одиночку. К счастью, у нас есть доктор и его помощница, не все потеряно, если рядом такие самоотверженные люди. К счастью, у нас есть... Ясно. Комната. Монет как-то натура изменилась. Блин, если б я знал, я бы повыполнял задание. Так, выдающийся географ, известный в первую очередь работами о загадочном острове Асамфрофе. Сеющаяся сфера. Падшая Аматерасу. Когда я была маленькой, то боялась темноты. Чтобы успокоиться, меня мама рассказывала историю о медведях. Я никогда не видела живого медведя. Говорят, медведи водятся в тоскливом лесу. Я когда-то попросила братьев-охотников показать их мне. И? Как тебе медведи? Терпеть их теперь не могу. Какой ужас. В нижней комнате никто не живет, но иногда туда доносится... Что доносится? А, громкая ругань. Хотя там никто не живет. Короче, это другая чисто верно. Получай мой опыт, а нихера, я бы взял. Дверь заперта. Меч Уэллса. Слышал о том, что случилось в шахте. Мой брат Пьер работает там, надеюсь, он в порядке. Кто-нибудь поможет моему брату выбраться из проклятой шахты? Или молитвы богини вроде как довольна? Слышал о том, что случилось, так если это было. Так, а теперь думай, куда идти? В лес? Либо в шахту, да? Слушайте, давайте... Я схожу в шахту. Это шахта, да? Двор городского. А там окрестности. Странное место, слушайте. Это ж городской зал моей. Мастерская. Это церковь. Карлос. Статуя богини мерцания так прекрасна. Я могу часами любоваться ее. Можно ведь восхищаться красотой, не разделяя религиозные убеждения. Верующий в свет. Мне нравится Аврора. Она умная, сообразительная, красивая. И рассуждает разумно. Эти безумные безоговорочно верят во все, что говорит доктор. Верующий в свет. Молиться и верить в свет? Лишь в нем истинные ответы на все вопросы.
как выжить в этом безумном мире. Не хочу раскрывать здесь. Скрываться здесь, подобно муравью, до самой смерти. Как в этом мире... Окей, погнали дальше смотреть комнаты. Пророчество божественным пришествием. Заручившись поддержкой великого божества, мы сможем развеять тьму. Наследие сокрыто внутри святого дерева и ждет святого часа. Без крови и костей пробудит святое древо. И явится великое божество в сиянии своем. Ладно. Тут ничего. Когда в городе началась чума, доктор не жалел себя. Помогал зараженным и искал лекарства, способные остановить эпидемию. Мне кажется, он не верит богине. И себе тоже не верит. Он и раньше проходил в городской зал, но не могу я относиться к нему по-другому. Как можно верить тому, кто никогда не снимает маски? Доктора здесь не любят. Мне кружится голова. Меня тошнит. Это чума? Общежитие. Ищем картины. Нихера, 800 золота. Церковь мерцания облагает... Так. Облагодает нас налогами и требует наши последние деньги. Церковники так влиятельны. На что они делают для нас? Ничего. Чем дальше не убираются в доме, тем грязнее он становится. Зло любит прятаться в грязи. Церковь мерцания обладает нас... Так, понятно. Так, я снизу, кажется, что видел. Авель. Слышал когда-нибудь о святом Свите, Стиве? Нынче люди о нем позабыли, но когда я был ребенком, его все знали. Он охранял врата. Легенда гласит, что во время великой осады Стив своими руками убил 50 язычников. В битве за гигантское древо он заслуживает почет. Вряд ли речь о том Свите, который я знаю. Так, это шахты. Зато я халявные деньги собираю. Тайная канализация. Но это у нас шахта идет. Мельница, это не шахта. Мой, бля. Уворот назад, отличная вещь. Ну, тогда давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.